Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами начали изучать книгу Шмот. Мы знаем, что семья Якова спустилась в Египет, и вскоре после смерти Якова и его сыновей египтяне поработили еврейский народ. Всевышний спасает евреев из рабства, и мы получаем Тору на горе Синай. Давайте обсудим, кого Всевышний выбирает быть своим посланником, спасителем, великого пророка Моше. Он был очень-очень праведный человек, мы много про него знаем, но также мы с вами знаем, что у Моше Рабейну был дефект речи, он картавил. И поэтому сам Моше вначале отказывался идти, он говорил Всевышнему: «Всевышний, я некрасиво говорю». Но пошли кого-то, своего представителя к фараону, какого-то яркого оратора. «Зачем ты посылаешь меня? Он же некрасиво говорит». Давайте действительно обсудим, почему Всевышний посылает к фараону своего представителя с дефектом речи. Ну, Всевышний, сделай чудо, и у Моше Рабейну красивые будут речи из его уст, он станет великим-великим оратором. Почему Всевышний не залечил его дефект? Это же очень странно. Он же переговорщик. Переговорщик должен красиво выглядеть, красиво говорить. Говорят нам наши мудрецы: вы не понимаете. Если бы Моше Рабейну, Всевышний бы сделал бы ему это чудо, это все расплюнуть. Но если бы Моше Рабейну был великим оратором, он пошел бы к фараону и все бы это вот осуществил по красоте, очень красиво бы убеждал и так далее, тогда мы бы подумали, что Моше Рабейну молодец. Он сумел спасти народ. Фараон убедился, потому что Моше Рабейну сумел каким-то образом на него повлиять. Он же оратор номер один. Всевышний делает дефект речи Моше, чтобы любой, чтобы каждый из нас, когда видели эти переговоры, понимали, это не в заслугу Моше, это в заслугу Всевышнего. У Моше дефект речи. Какие вообще переговоры? Переговоры обречены. А почему был успех? Только благодаря Всевышнему. Всевышний хочет, чтобы мы его везде видели. Чтобы мы не видели переговорщиков, чтобы когда у какого-то бизнесмена был какой-то успех на работе, и слава Богу, пускай будет у всех хороших людей много успеха, чтобы не бизнесмен думал, что я молодец, я сам умный, а он понимал, что это от Бога. Чтобы спортсмены, которые там занимали какие-то места на Олимпиаде, не думали, потому что я такой крутой спортсмен, вот почему такой успех. Мы должны помнить о Боге. И вот этот пример с Моше Рабейну и его дефектом речи нам это показывает. Везде всегда находить Бога. Все наши успехи на работе, в жизни, в любой сфере – это все от Творца. Спасибо тебе, Всевышний, за всю твою помощь. Все благодаря тебе. Вот такой урок мы учим, почему Всевышний оставил дефект речи Моше. Чтобы мы это видели наяву, что не Моше ведет переговоры, а Всевышний.